Я думаю, что должен быть стимул для всех, чтобы люди могли себе обеспечить семью. Тогда будет воровать меньше, но вот так, чтобы искоренить ее, совсем вряд ли. Потому что есть люди жадные, которым все мало, 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 мало. И вообще, я заметил, чем люди богаче, тем они жаднее в жизни. Вот. Поэтому это искоренить невозможно, даже теоретически.